29 марта 2019 года. Приехали на пагоду, на пагоду Линхо. Машинка. Папик. Это все он. Такая та пагода. Петухи какие-то, прыгушки. Зашли за алтарь, и тут сидит святой человек. Как же выбрал? Папа даже испугался. Папик испугался. Чего ты боишься-то? Живых надо бояться. А он восковую фигуру. На это не гонишь. Это вообще индийская мифология. Это вот колокол, барабан. Это совершение ритуала. Практически это новогодние годы. Папик предложил что-нибудь купить. Например, диванчик. Столик. На худой конец шарик. Ну, купи хоть что-нибудь, называется.
Плита. Розового мрамора нет. Это розовый мрамор? Я думаю, да. Плита наковыряли. Пришли к пагоде. Тут папик. Он такой же страшный, как и эти два человечка. Ну, не знаю. Они... Животик потри. Денег попроси. Уволенный ты наш. Дай денежку. Помоги заработать денежку. Тут такие львы с такой пастью. С ума сойти можно. Вот такой тут лёва. Колокол, исполняющий желание. Надо написать записочку. Положить пожертвование, будет тебе большое счастье. Ползем в рай. Медленными шагами, не торопясь, ползем в рай. Дошли до какого? До второго уровня. А всего 7-8. Не помню. Все. Фактически... Доползли до рая. Еще немножко, и мы в раю. Там что-то на заднем плане, не знаю что. Парники. 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 А вот тот этаж они еще не доделали. Вверху. Суббота, воскресенье. Поля. Молодцы, выращивают все. Это город. Теплицы, теплицы, конечно. От солнца главное скрыть все. И все будет хорошо. Он нас въезд. Вот здесь сидит Будда. Вперед смотрящий. Это бугор королевич. Он на коне. За ними какой-то торговец идет. Что такое у него тут нету? Такой с бусами. Дальше какое-то божество. А это вот я хрюхрюшка, я хрюхрюшка. Я в воде купаю брюшко. Вот такой тут хрюхрюшка. Вон там храм. В прошлый раз такой красоты еще не было, его строили. Вот по этой пагоде мы подымались. Туда. Там папик. Дерево, как дерево. Павлин, мавлин. Запылился, стоит давно. Стульчики. Никто его не моет. Делали. Орхидейки стоят. Помыть бы его. Лотосы.
по-моему, искусственное, да. Дерево всем деревом. А там вон будды всякие сидят. Дерево всем деревом, дерево. Орхидеи живые, между прочим, красивые, спасу. Все из дерева вырезали. Окей. По три пузика. Пока никто не видит. Три пузика. По часовой стрелке, наверное, надо тереть. Ой, смотри, какой он. Толстый, счастливый. А вот три старца. Стань четвертым. Три мудрых старца. Папик четвертый стал. Он тоже практически старец. Вот это всякие орхидейки красивые. Красивые орхидейки. А это камень. Забыла, какой-то нужный камень. А, корень? Ну, наверное, тоже какого-то священного дерева. По-моему, это камень. Дерево. Это дерево. Папа сказал, дерево. Коль. Тут собрались все святые монахи. Вот как живой сидит. Как будто сейчас встанет. Святые люди. Птички поют. Какой улыбчивый. Там ножки все. А, наверх над ножку положился, смотрите. А это такой умный в очках. А все сидят одинаково. И ручки у всех. Вообще, как же вы сидите? А этот по-другому сидит. Немножко туда вон сделал назад, а это вперед. Значит, так тоже можно. А этот с четками. Вообще. Хорошо сделано. Я туда, а папик меня привел в ад. Вот там, наверное, страшный суд. Вот такие. Вход в ад. В аду как-то некомфортно. Честное слово, мы прошли. Здесь так и чёрт.
волшебная. Вот в этой столовке мы решили перекусить чего-то. Смотрите. Супчик. Папа ест рис. Ему дали какую-то водичку. О. Он нашел ложку. Ложкой он может делать все. Практически. Здесь чаек. И там соусы всякие, соус соевые. Но сейчас мы их, может, и попробуем. Это мое основное блюдо. Суп. Там лайм с острым перцем. Ну, это салатик. Что-то новенькое. Принесли кофе. Стакан стоит в миске. Сверху этот заварник. И дали какой-то чай с маленькими чашечками.